Здорово, друзья, у нас тут экстренный выпуск, я правда не знаю, когда я это видео выпущу, потому что перед ним мне нужно выпустить, по идее, еще два видоса, которые тоже уже в очереди там стоят, не знаю, добраться до них не могу, не суть, может быть, уже выпустил, может быть, вы уже видели. Я играю на GTA 5 RP Grand Roleplay, охренительный сервер, охренительный проект, и это я говорю не потому, что я даже с ними сотрудничаю, но я здесь реально завис. И играю тут чуть ли не по 10 часов в день. Ссылочка в описании будет, регайтесь, получите бабулесик и вступайте к нам в семью. Семья Вендетта. Нас найти можно в этом доме, ребята. Но не суть. Я не знаю, вышло обновление, и люди начали очень много в лотереях всего выигрывать. Я еще не знаю, что в обновлении добавили. О, стол для билетов какой-то добавили за 5000. Но наша задача сегодня купить именно лотерейные билеты. Я бы был рад, если бы вы поставили лайк. Подожди, вот один лотерейный билет. Слушай, а дорогой лотерейный билет убрали, прикинь. Слушай, давай сразу возьмем 10. 10 это, короче, мы покупаем 10 штук. И просто 100 тысяч, до свидания. Слушай, я рад за людей, у кого сейчас магазины 24/7 принадлежит им. У кого такой бизнес. Или тем семьям, кто крышует эти магазины. Потому что бабла они сегодня нахерачили немерено. Потому у нас, грубо говоря, сегодня лутбокс. А, сори, да, я не знаю. Короче, гарантированный приз. Откройте 100 билетов и получите гарантированный суперприз. Это... подожди. 100 билетов. А, это то есть, если я... на миллион закуплюсь, то у меня по-любому будет А8. Да, только проблема в том, что у меня миллиона нету. Так, какие-то новые маски. Какая-то новая машина, что не добавили. Подожди. Надо, чтобы это все совпадало или что? Окей. Смотри, как они переработали красиво билеты. Маска аниме. Слушай, это круто. Девчонкам зайдет. Но я типа ничего не выиграл, да? Ладно, подожди. Ну что как-то раньше по-другому ты там типа не попадаешь, да? И... о, Е34. Блин, не выиграл. Ну давай я все открою. Большая коллекция для победителей. Бэнк-бэнк. Окей, выиграю. А где правила? Как и раньше надо попасть, типа, две, да? Окей. Жалко, конечно, денег. Я их коплю на покупку третьего дома. Ой, ну давай, использовать. Хотелось бы А8 выбить. Портфель третий. Ай, блин, вот надо было рядом стирать. Да, блин. Короче, я лох, да? Смотри, А8 взяли. Сейчас А8 будет как говна. То есть выгоднее, наверное, даже не билеты стирать, а именно... именно, знаете, чуть... ну, давай, слушай, по моей системе вот эти вот первые два. То есть ни хрена, да? Выгоднее, короче, просто сейчас по госке купить. Я сейчас просто охреневаю. Подожди, мне по ссылке приходит. А это ж ты что, я все-таки что-то выигрываю? Раньше тебе надо было вот... ты одну стер и другую стер. И, грубо говоря, тебе надо... ну, то есть вторая... ну, то есть первая со второй должна была совпасть, да? Вот. А сейчас оно как-то так приходит. Вот, ну я маску выиграл, да? Окей. То есть сейчас... а сейчас они и систему поменяли. Давай сюда. А хер там. Ну то есть сейчас, грубо говоря, Е34 пипец какие все дешевые будут. А8. А люди А8 покупали за невероятные деньги. Ой, сейчас деньги выиграл? Да, посылка какая-то пришла. Что за деньги? Поскольку денег... так, ну, окей. Окей. Масочку выиграл. Это я Анютке дам. А, тут, короче, все, ты тут открываешь все. Ну, как в стандартных лотереях, знаешь. Окей, я маску выиграл. Ну, все, билеты у меня закончились. Подожди, ну, это я потратил 100 тысяч.
Блин, как я не завидую тем людям, которые сейчас там А8 покупали. 2 ляма без тюнинга. Подожди, на почту надо, на почту. Люди выигрывают. Ламборгини? Ламборгини, Урус, подожди, откуда они взяли Ламборгини? А, стой, Ламборгини, окей, да, это же в этом билете. Вот, Ламборгини Урус. Кстати говоря, там в GTA-шке какая-то из стандартных машин есть Ламборгини. Короче, очень непонятные вещи происходят. Ну давай плевать, плевать на то, что я коплю. Короче, открываем тогда 100 билетов. Открываем 100 билетов и как бы плевать. Ну правда, смотри, а восьмых на улице стало как говна. Блять, люди с ума сходят, смотри. Бля, ладно, припаркуюсь по правилам. Сейчас приедет какой-нибудь дотошный мент, меня штрафуют. Хотя херли, сейчас мент тоже играет в лотерею. Сейчас мент тоже играет в лотерею. А, меня сбили нахер, бля! Меня сбили нахер. Вот твою уж дивизию. Что тут происходит у почты? От... А, тут можно... Что за 250... А, он теперь за 250 рублей. Спасибо большое. А это типа за реальные деньги? А, у вас недостаточно доната. А, ага, слушай, молодцы. Урус только что выиграл. Молодцы. Блин, ты... Это типа бизнес теперь или что? Чего они все эти палатки пооткрывали? Что за бред? Вот, короче. Твою мать, что происходит? Слушайте, ну молодцы, открыли лутбоксы. Ну, заработают разработчики деньжат, красавчики. Я вот более чем уверен, сейчас люди начнут донатить, забрать. Маску я выигрывал, да? Да нахер я на 30 тысяч закупал масок всяких? Вот, для новеньких в семье. Да, тут... Подождите некоторое время, что, мне полчаса все забирать? Да, просто налетало, ну... Не, ну как бы прикольно. То есть беспроигрышная лотерея. Бля, то есть вот сейчас у меня маска, она еще хоть каких-то денег стоила, моя зеленая, да? Теперь, судя по всему, она вообще уже будет самым дешманским говном считаться. То есть пипец. Пипец. И там какое-то всего... А, забрать деньги и удалить, окей. 12 тысяч. Ну какой-то билет я отбил. Вот. И, короче, ёпта. Ну, сегодня какое-то злое обновление, судя по всему, вышло. Надо чекать обновление. Но мы с вами здесь, походу, надолго, ребята. Ну, подожди, что за маски? Шляпу снимем. Так. Вот, она вроде бы была, я ее видел, или нет, или не было. Вот это прикольно. Ну, правда, у меня волосы торчат как-то странно. Ну, допустим. Ну, вот эти уже были. Не, есть желтая, оранжевая. О, смотри, белая. Охренеть. Слушай, ну они прикольные. Прикольные, но как бы стоимость их, по сути, равна почти нулю. Потому что, ну, ёпта, никто их не будет покупать. Как будто Audi A8 выпало. Открыть. Купить билет. А люди с этих билетов еще зарабатывают или что? Что все эти палатки пооткрывали. И стоят, дрочат на них. Блять, просто сумасшествие. Просто сумасшествие. Давай открываем. Окей. Ставьте лайки, и я закуплюсь этих платных рублей. То есть я деньги получил, по идее, маску. Не знаю, давай дальше. Хочу Урус. О, Е34 выиграл! У-ху-ху! Блин. Или не выиграл? У меня там есть Е34? Блин, сука, все, короче, кобзда моим деньгам. Да, только, грубо говоря, сейчас эти... Ну, радость-то радостью, да? Но сейчас Е34, грубо говоря, дико упадут в цене. И это, наверное, неправильно, потому что, ну, машины имбалансные.
Машина имбалансная. Вот мы Е34 фуловую. А, нет, мне не упало. Блин, как это работает, а? Блин, где она? То есть это надо реально попасть, типа, да? Так, нужно продать, ребята. Пока это сумасшествие происходит, нужно продать ананасы успеть. Потому что давно не было на них цены. Ой. Так, 746. Полетели. И кому интересно, что вышло в обновлении, я в описании оставлю ссылочку. Так. Мне нужно продать урожай. В описании оставлю ссылочку. Так, 746. Продать. Блин, у меня 2 ляма. И половина из этих денег я сейчас потрачу на билеты. Жесть. Так, ладно. Ой-ой-ой. Давай продолжаем. Вот как-то с машинами странно. То есть там надо, походу, реально, чтобы оно у тебя все совпало. То есть... Окей. Тут показывается. Вот, видишь? Вот если бы я их сразу, двоих, да, вычеркнул бы, то было бы нормально. А так вот... Просто майки эти... маски получаю. Давай, пожалуйста, Урус. Хер там плавал, сука. Надо типа по 3 маски тогда собирать и выигрывается, не знаю. Или надо по 3 машины собирать. Деньги выигрывались, видишь? Подожди, купим палатку. Что эта палатка дает? Да что, как-то они тут немножко все изменили. Ну, кто-то выиграл рюкзак 3 уровня. Заедем в магазин 24. 24 на 7. А, вот сюда можем заехать. Потусуемся в гетто. Знаете, я думаю, что даже в гетто сейчас стрельба вся прекратилась по той причине, что просто все бандюганы стоят, билеты открывают. Я говорю, сейчас не услышите ни одного выстрела. Че, пацаны, стреляться неинтересно, теперь билетики открываем. У меня уже нет места, куда это все ложить, блядь. Давай-давай, попробуем. Так. Ставим. Блять, зонтик такой ржачный. Так, открыть. А, купить. Давай 20 штук. О, да, мне процент идет. Ставишь палатки, и тогда эти билеты дешевле. Я не знаю, я, наверное, сейчас, ребята, без вас уже... О, бля, чё, я портфель 3 уровня выиграл, а? А, нет. О, бля! А это, получается, мне надо 3 их штуки, да, затереть? Пиздец. Или как это работает? Хуй там, блядь, никак это не работает. А, ясно, надо, короче, чтобы у тебя 3 штуки совпало. Не, ну по идее так правильно, да. То, что раньше там такая немножко тупорылая система была. Короче, сейчас я еще долго маски не буду покупать для новичков. Лучше бы деньги падали. Я бы купил себе. Урус. Урус. Хер там, а не урус. Урус. Хер там, а не урус. Ламборгини. Блять, пацаны выигрывают Ламборгини. Еще купил 30 билетов, мне хоть, ну, должно же повезти, да? Вдруг я урус выбью какой-нибудь. Охренеть, 5 масок. Ну хер мне выпадет урус, да? Ну конечно. Это новое получается? Ага, да. Бля, прикольно выглядит. Он тоже с лотерейного билета? Что говоришь? Эта машина тоже с лотерейного билета? Да. Салют, даже они прорисовали этот радар у машины. Не, кстати, да, она прорисована на удивление нормально. Офигенно. Так, что-то они тут поменяли. Продать страховку. Выдать номерной знак. Вот нахер мне вот эта вот херня, если я не мент. Я хочу посмотреть информацию о транспорте. 1,5 ляма. А, я думал, это, бля... То есть это походу, Гранд Чероки, а не Урус тут. Вон оно чё.
Аурус, наверное, в дорогом билете. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Хер там, вот хер там. Короче. А, наверное, Lamborghini Urus это с этих, с донатных билетов падает. Ясно. Так, ну все, смотри, я сейчас 4 билета открываю, получаю гарантированный приз. Audi A8. Не, я думал, тут пипец как падает, мы тут синий черт. Покупай билеты, покупай билеты, ага. Князь Вендетта выиграл Audi A8. Ну да, да, да. Ладно, давай еще 10 купим. Ну. Ну, короче, в семье у нас будет Audi A8. Бля, пиздец. Все бабки просрал. Все бабки просрал, друзья. Жесть просто. И как бы ничего толкового, кроме... Ну, то есть... грубо говоря, смотри. Кроме... Здорово, класс. Здорово. Что ты здесь делаешь? Как ты? А ты кто? Это я, Адам. А, привет, привет. Голос-то нормально подделать. Да. Короче, ты что, Ауди выиграл? Блять, это за 100 билетов, чувак. За 100 билетов? Дай мне один билет. Сейчас я выиграю тебе. Вон, купи в лавке. Бля, у меня 1000 баксов, нету денег, я бомж. Бля, короче, там, ребята, еще какая-то Феррари. Ну, Авентадор падает, ламба, это понятно. Но еще Феррари F8 какая-то падает. То есть, ёпту, я застрял в зонтике. А, нормально. И... прям на входе поставили. Ну, что за дегенераты тупые, а? А вообще, по факту, здесь грин-зона. И, короче, надо смотреть, что они в обновлении добавляли, потому что очень интересно. Но мне кажется, я зря просрал все бабки, 99 писем. И это мне сейчас все забирать. Пипец, а вот почему нельзя сразу забрать? Ладно, сейчас заберу, подведем итоги. Смотрите, у меня не получается полностью все забрать с почты. То есть, у меня... все, грубо говоря, переполнено. Потому что-то мы уже начинаем тогда перекладывать в багажник. Кстати, есть интересные масочки. Редкие. О, дополнительно 10. Интересно, что это? Подожди. Ну вот редкая масочка. Так, это один... А, нет, и смотри, они разные. А смысл делать плюс 100-500 видов, похожих на друг друга, одинаковых масок? Вот мне сейчас... что, как мне это сейчас распределить все? Пипец. Ну вот мне никак это... Ну хорошо. Это моя маска. Допустим. Дальше что? А, у меня еще есть один билет. Из которого я ничего не выиграю. Ну, деньги выиграл, окей. И вот сейчас это все надо как-то переложить. И они не совпадают, я не могу их объединить. Что мне с ними делать? Где мне их хранить? Просто я... я не знаю, ребята. Это пипец. И просто дофигища разных масок. Просто целая куча. То есть я не знаю даже, как их объединить. То есть я думал, это одинаковые маски падают. Но нет. Нет, то есть и мне никак не объединить, ничего с ними не сделать. Короче, ребята, я выиграл дохренища масок. Ну, наверное, это единственный плюс, потому что... у меня много новеньких приходит в семью. Мы ловим ребят, да, кто недавно начал играть, кто появился в штате. Мы помогаем ребятушкам. И как бы масочки нужны. И теперь будет что раздать. Только единственное, я жалею, то, что до этого я закупился на 30 тысяч простых масок. А теперь у меня целая куча вот таких вот масок. И все, ну я думал, что пипец как тут выпадает, что может какой-то баг сработал, еще что-то. Я думаю, сейчас я тут навыбиваю, у меня там один из семьи, там Коля, такой, о, быстрее, быстрее покупай маски. Но по факту я, ну, за миллион баксов, даже больше, ну хотя, наверное, миллион все-таки, за миллион баксов, по сути, я купил А8.
а восьмую целую кучу масок. Потому что ничего толкового, кроме них, я ничего не выиграл. Как бы А8 я сейчас не особо собирался покупать, но ничего страшного, но будет она как бы у нас чуть-чуть пораньше в семье, и я, скажем так, чуть-чуть попозже куплю себе третий дом. Ну, не чуть-чуть попозже, а конкретно так попозже. Ну, что уж тут поделаешь. А вы, ребят, ставьте лайки. Мне еще тут 2 часа мучиться со всем этим добром. И вот как-то так вот. Как-то так вот, ребята. Я даже не знаю, куда это все распихивать. Сейчас поеду, тут, не знаю, семейный дом тоже весь склад заполню. Короче, ставьте лайки. Возьму, куплю 10 билетов, которые за 250 рублей. Вот, попробуем оттуда что-то выбить. Так что так вот. Кто досмотрел до конца, всем спасибо. Извиняюсь, если видео, может быть, там скучное было, еще что-то. Я, понимаете, я даже нормально не могу подвести итоги. Потому что я не могу забрать, ребята, все добро, которое, грубо говоря, у меня есть. Понимаете? Очень жесткая ситуация, но, тем не менее, интересно. Мне прям не терпится посмотреть, что же они добавили в этом обновлении, потому что я смотрю, там и Ferrari какая-то новая появилась, и джип Grand Cherokee классный, и он офигеть как прорисован, то есть, ну, вы, наверное, видели, да, я надеюсь, ставлю этот кусок. Lamborghini Urus. Окей, короче, ребята, если что, хотите поиграть вместе со мной, регаемся, пожалуйста, по ссылочке. Я знаю, многие из вас ленятся, но не ленитесь, и мне поможете, и вам будет денежный бонус, когда зарегаетесь. А еще, знаете, интересный момент заключается в том, что мне реально не прет в лотерейных билетах. Ну вот вообще не прет. Но у нас есть в семье Юра, он же Magic, и он в казино 2 раза выиграл. Один раз он выиграл Мерин в казино, другой раз Арафатку выиграл стоимостью там 2 ляма почти. И с лотерейных билетов он достал Rolls-Royce Wright. И я думаю, что если он подкрывает билеты, ему реально повезет. Потому что, ну, мне не прет. Я уже понял, что мой путь в этом штате просто батрачить и зарабатывать. Потому что на халяву мне ничего здесь не упадет. Как и многим из вас. Так что перед тем, как тратить ваши кровно заработанные деньги, пожалуйста, 5 раз подумайте. Удача вещь такая, вроде кажется, что сейчас вот куплю 100 билетиков, она у тебя будет в руках, а вот фигушки там, чаушки.